второго парня. На крайнем стриме загадали прикольный челлендж. Нужно было с випрем, который стреляет одиночными, броня четвертого класса, бандани с бородой, найти на резерве глухаря и убить его и всю его свиту. В общем, за убийство ЧВК человек, который заказывал, тоже, так скажем, начислял бонусы. Как все проходило и чем все закончилось, будет в этом ролике. Если вдруг понравится, не забудьте поставить лайк, подписаться, если не подписаны. Ну и приятного просмотра. Кстати, ранил его здесь. Неплохо так. Кто-то у меня там есть. А, слышите? И кто-то в медичке. Ух ты ж, ёлки-палки! Забаньте меня кто-нибудь уже. Что стоим? Ребятишки, вас трое. Ах ты, ёб твою мать! Жить! Понравилось? Трехочковая, а? Вон, на втором этаже. Ой, он на кого-то... А, он наступил на типа на втором этаже. Хорошо. А, еще тут в медичке бегает. Тихо, блядь. Сука, они залетают, гранаты. Взрывайся. Сука, как ты жив-то остался? Блять, разменялись! Сука! Но было красиво, согласитесь. Чуть-чуть бы вот, ну, сервер был бы чуть-чуть получше. Он меня просто в грудь расстрелял, а я его в голову просто вот так тапнул.
Пятерым. Особенно прикольно тапнул, который в медичке. Я такой дверь открываю, сразу чик, первый же выстрел просто ему. Хш, ша, вот так, поняли? Пятеро. Да. Читер? Серьезно? Нет, это не читер. Просто мега странный чел. В следующий раз встретимся без челленджа. А потом поговорим. Заметила, что резерв. И так и... О! Один минус. Блять, а сколько вас? Их что, пятеро, блять? У него рысь. Давай, хиль, 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 хиль меня. А мне броня ноль. Вряд ли там стоит ждать от них каких-то умных решений, типа... да ладно. Да ладно, блин. А, я убил этого типа. Слушайте, тогда у нас еще, может быть, один остался. Блять. Он просто лежал где-то здесь. Их, значит, двое еще осталось. Но вот эта проблема типов, которые играют пачками по 5 человек. У них 1-2 тебя зарашит. У них не получится, и они просто сядут и будут сидеть. Потому что, ну... Блядь. Сидит крыса в КППшке. Там китайцы стопудово сидят, они любят в КПП сидеть. У них какой-нибудь, наверное, китайский блогер сделал видос. Я уже пробежал пол локации, черик со своего спавна все еще сидел и контролил просто пробежку. Тони Капона, нет, не китаец, смотри-ка. Я ему чисто хэд дал, даже броник не закоцал.
Рян, чел. Не знал, что ты тут сидишь на крыше. Отдыхаешь. Так. Что происходит? Ау. Но глухаря нету. Конечно же. Думал, выпустит новую обнову к этому времени. Что, Кристо? Мы с ребятами на обеде. Покушаем и прыгнем. Понял. Какой глухаря? Кушать собираюсь. Всего хорошего, блять. Спасибо за поддержку. Сейчас, погоди, братанчик. О, блядь, СВДшка. Это больно. В мой броник-то почти ваншотнул меня, блядь. А я его убил. А? Бля. Штаны оставил на заборе. Блять, это они. Это они, чат. Он все еще по мне стреляет через стену, блин. Да, это точно боссы. Только боссы так любят стрелять. Главное, целую кучу попаданий в грудак не словить. В голову-то ладно, не обидно будет. А вот то, что броник меня очень сильно подведет. Здесь гадалки вообще не ходи просто. Сука, он меня до сих пор контролит. На. Один отъехал. Я знаю, да. Не особо-то и хочется, мне тут хорошо. О! Блять, вот он сидит с чара. Нет! Меня убил глухарь два раза в грудь выстрелом. 61-м патроном. Вот о чем я и говорил. Они просто так берут. Тап-тап. Торс тебе, и все, ты умираешь. Ну, вот закон подлости. 3 часа сидели, блять, не могли найти. Пошли последнюю катку. Глухарь? Ладно, давайте уже в следующий раз. Следующий этот челлендж. Видите, бамс-бамс. И ты от этого ничего не сделаешь. Он уже на меня загренный был. Охереть. Вы поняли, да? То есть чел, он именно заспавнился там на лэпе и пришел сюда, чтобы поконтролить перепрыжку. Четить ты могучий. Япона, мать, вот как ты вообще оделся в это? Тебе в голову пришло так одеться. Блять, китайцы что ли? Че их так тпшит?
видели, как их тпшил? Или сервера накрываются просто медным тазом, бля? Что это за дичь? Двое. И этого тоже тпшит. Ну понятно, это сервак. Сервак минус у нас. Ранил его. Да, он свалил куда-то походу. Эй, хер с тобой. Просто нереально в одну точку попасть. Во, вот это пойдет. Кстати, это еще, это русские типы вообще. Но нас настолько сильно рассинхронило, что капец. Я бы еще год его расстреливал, блин. Гюрза, ты что ли? Нет, не ты. 68 рус. Так, короче. Блять, вот помоечник. Ёб твою мать. Просто лежал в помойке в мусорных мешках на первом этаже. Подписывайтесь на этого типа парня. Чё меня толку смотреть? Разве меня интересно смотреть? Вот, вот это настоящий игрок, блин. Отлично играет, классно передвигается, маневры, видите какие? Сразу видно, ну, сильный, сильный игрок. Ладно, погнали на завод с Гюрзой и хорош на сегодня. Кого-то считаешь топ-1 в Тарков? Во, вот этот чел. Видел, как тип сильно играет? Сука. Блять. Серьезно, блять? Это пати... Пати с этими, с КСами, блять. Серьезно? Блять, еще один, но он уже в каске. Я попал в каску, но у него каска зарикошетила патрон. Блять, что за пати с КСами, ептать. Ну, двоих я успел убить, одного вообще вслепую убил, в голову ему просто попал. Второго тоже нормально там забахал. Десятка. Но это больно, очень больно. Дайте еще одну карточку. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.